Хочу поделиться с вами маленькой родительской победой о том, как создать очень мощную поддерживающую связь с ребенком. Сегодня ночью перед сном мы легли укладываться спать. Я спросила, рассказать тебе сказку? А она сказала, нет, мам, подожди, я хочу сначала поболтать. Ей 4 года. И начиная где-то с полутора или с двух, как только она начала чуть-чуть разговаривать, каждый вечер, ложась с ней в кроватку, я предлагала ей, а давай мы с тобой поболтаем. А давай скажи, что тебе сегодня понравилось, а что тебе не понравилось. Но перед этим я сама рассказывала, что мне понравилось и что не понравилось. И в итоге это сработало. Сегодня, спустя 2,5 года этой практики, она откликнулась и тоже рассказала сама первое, что ей нравится, что не нравится. И я знаю, что это будет прорастать, и дальше мы будем все больше и больше это делать в этой теплой, уютной, тихой обстановке, делиться нашими эмоциями, впечатлениями от этого дня. И я знаю, что она будет вспоминать это еще долгие годы. Похоже, мне получится стать немного лучшим родителем, чем был у моих родителей. Делюсь. Классный лайфхак.